КПРФ всей улицы и жители частного сектора Ленинского округа изъявили желание вступить в коммунистическую партию. Людям надоело жить в грязи, мусоре и постоянно сталкиваться с чиновничьим беспределом. Они готовы отстаивать свои права в новом статусе. Чтобы узнать подробности партийной работы, люди пригласили в гости депутата законодательного собрания от КПРФ Константина Ткачева. Мусор, ливневка, дороги, тарифы – это не полный список тем, которые беспокоят жителей окраины Омска. Его можно расширять до бесконечности, признаются люди. Добиваться справедливости они решили путем вступления в Компартию. В такой команде работать будет намного легче, уверены омичи. Действующая власть себя полностью дискредитировала, и «Единой России» здесь никто не верит. Депутат Ткачев рассказал людям о партии, работе фракций всех уровней, о законопроектах и инициативах коммунистов, о реальном положении дел в Омске и области. Договорились дружить и совместно вести борьбу за свои законные права. Эта партия за людей. Ну, то есть не против людей, они делают хотя бы что-то. Ну, не совсем все получается, потому что не дают единороссы, не дают. Но хотя бы стараются что-то сделать. Ну, «Единую Россию» почему ненавидят? Я поспрашивала, говорят, против Конституции, опять же, так выражусь. И пенсия, говорит, маленькая, заработная плата у них одни, и та же тема у них. Пенсия маленькая, зарплаты никакой. Вот у меня, допустим, родственники есть. Ну что, они 35 лет стаж работы, получается, да? А зарплата у них там выходит, даже 10 тысяч не выходит. Ну что, на что жить? Кредит платить? И что там, копейки остаются? Тоже они против всего.